Сколько тебе лет? 10. Расскажи, пожалуйста, где ты учишься, в каком классе, какие у тебя предметы, что ты любишь больше всего? Я учусь в школе 763. Я в 4 Г классе. Мои любимые уроки – это физкультура, математика и ИЗО. А что больше нравится из этого? Физкультура, математика или ИЗО? Физкультура. Что ты там любишь делать? Бегать, играть в баскетбол, футбол играть, волейбол. Расскажи, что тебе понравилось летом? Что самое запоминающееся было? Может быть, лагерь или какая-то поездка, какая-то экскурсия? Мы были в лагере, ходили купаться, видели змей, лягушек. Ну вот. Ну что было там самое интересное? А на дискотеку мы ходили? Расскажи. Да, мы ходили еще на дискотеку по вечерам, ложились спать. 9, а когда был предпоследний день, в 11. А что делали в предпоследний день? Бесились. Ой, тогда вообще так и забирали. Давай, что было? Забирали в палатках, не спали на тихом часу. А там пастом мазали еды. А, да, пасты, когда мы уже ехали обратно из лагеря, нас мазали пасты. Ночью, что ли? Да. И не проснулся ты? Нет, я когда проснулся от девочек, у них вообще все были волосы. Понятно. Игорь, расскажи, пожалуйста, любое стихотворение, какое ты помнишь. Анна. Называется «Чародейку зимой». Чародейку зимой околдован лес стоит, и под снежной бахромой, неподвижной немой, чудной жизнью блестит. И стоит он околдованный, мертвец неживой, снова волшебным очарован, весь окутан, весь опован, лёкает цепью пуховой. Солнце зимнее или мечет на него свой луч косой, в нём ничто не затрепещет, он не вспыхнет и заплещет ослепительной красой. Ну ты даешь, молодец. Отлично. А тут мы не выучили. Ну это не важно. А скажи, пожалуйста, а что-нибудь можешь рассказать из школьной программы? Ну, небольшой кусочек из какого-то параграфа или из какого-нибудь рассказика по литературе, или по истории, или по окружающему миру. Нет, окружающего. Что-нибудь маленькое. Маленькое что-нибудь. По окружающему миру. Давай. Мы остановились на теме вот Великая Отечественная война. Мы обсуждаем тему, как мы выиграли. Отвечаем, нам задают учительница вопрос, а мы на них отвечаем. Она нам спросила, когда началась Великая Отечественная война. Я ответил, 22 июня 1941 года. Закончилась она 9 мая 1945 года. И то, что русские ворвались и одержали победу над немцами. А русские куда ворвались? Куда же они ворвались? Где война-то закончилась? На поле боя. Кажется, где-то вот в Берлине там. Да, конечно. В Берлине. Ну, не кажется, а точно, абсолютно. В Берлине флаг водрузили. Конечно, очень хорошо.